Приветствуя участников спартакиады, губернатор Московской области Борис Громов поздравил их с профессиональным праздником и отметил особенную важность работы подразделений госавтоинспекции для всего Подмосковья. Хочу вам всем пожелать благополучия, успеха во всем, вам, семьям вашим, побольше счастья, побольше улыбок, побольше успехов, чтобы все у вас было хорошо. С праздником вас! Губернатор наградил лучших инспекторов Московской области медалями, знаками «За полезное» и ценными подарками. От Московской областной думы сотрудников управления ГИБДД поздравил спикер Валерий Аксаков. Вы не отсиживаетесь в кабинетах, а большинство работаете на трассах, обеспечиваете и дорожную безопасность, и охрану общественного порядка. Но самое главное, вы принимаете активное участие и большую проводите работу и по раскрытию и тяжких, и особо тяжких преступлений. Сотрудников подмосковной госавтоинспекции поздравляли руководители областного ГУВД и представители духовенства. Свой видеопривет прислали даже члены экипажа Международной космической станции. Поздравления чередовались с выступлениями артистов и показательными боями инспекторов дорожно-патрульной службы. А затем состоялись массовые соревнования, участие в которых приняло около 1000 сотрудников, представляющих все подразделения областной госавтоинспекции. Спартакиада проходила в нескольких дисциплинах, среди которых были и поистине народный гиревой спорт, и перетягивание каната. По итогам спартакиады спортсмены из Одинцовского отдела ГИБДД получили кубок как самая дисциплинированная команда соревнований. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».